Facebook купила стартап для борьбы с фейковыми новостями. Новая технология будет использоваться для борьбы с неправдивой информацией, а также рядом других сложностей. Компания Facebook приобрела стартап Bloomsbury AI, который специализируется на технологии обработки естественного языка. Информация об этом размещена на странице Facebook Academics. Руководство соцсети планирует задействовать новую технологию в борьбе с фейковыми новостями. Стоимость сделки составила около 23-30 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что Facebook случайно разблокировал 800 тысяч аккаунтов, помещенных в черный список. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта news.com.